За несколько минут до начала военно-морского парада на Одессу обрушился ливень. Но неблагоприятные погодные условия и шторм не только не помешали, а сделали зрелище еще более захватывающим. Слаженные, доведенные до автоматизма действия военных моряков и пилотов показали, что эти люди – настоящие профессионалы. Из-за дождя и сильного ветра программа парада несколько сократилась. Но главные тактические задания на воде были выполнены успешно. По завершению парада президент Украины Петр Порошенко поздравил одесситов с Днем независимости Украины. Вся команда телекомпании «Думская ТВ» присоединяется к поздравлениям. Слава Украине! Несмотря на шквальный ветер и бурное море, праздник прошел успешно. Мишель Арманд, Евгений Ячменцев, «Думская ТВ».